I walk about. Я прохожу 2-3 шага, делаю. David's waiting for me. Дэвид меня дожидается. Дэвид. And man. Да, смотри, мужик. Not bad. Неплохо. Я больше не в состоянии сохранять предыдущее состояние. And then said, okay, man, let's go. Да, это хорошо, мы уже пошли дальше. We took three steps. Мы делаем три шага. And there's nine guys. И 9. Three steps. Три шага. Dave looks at the biggest, baddest, meanest. Dave смотрит на самого крупного, самого страшного. There's nine guys. 9 человек. I looked at the second guy. Я посмотрел на второго по размеру. Oh my God! Боже мой! He was a midget. Тот был лилипутом. Where did they find you guys? Где они вас подбирают, ребята? They build you somewhere. Они вас где-то разводят специально. Jeez. Боже мой! So I'm going. And I'm eating the second guy. И я пожираю второго. And David walks through. И Дэвид проходит идет дальше. So I wait. И я жду, достаточно скоро пойдет вот так. Иду дальше. Five guys. Пятеро. And then there was eight guys. Потом 8. And then there was 11 guys. Потом 11. And then there was 4 guys. Потом четверо. And then there was 3 guys. И потом трое. And then there was 10 guys. Потом 10. Jesus Christ, how many games are there? Ой, сколько тут банд? And so and David said nothing the whole time. И Дэвид все время ничего не говорит. And finally, просто где-то наконец-то, hour and a half later, спустя, наверное, часа полтора, we come back to the other side. Мы возвращаемся на другую сторону. And we get to the gas station. Доходим до заправки. And I look at the car. Я смотрю на машину. Excuse me, David. Прости, Дэвид. And I'm in the car. И я в машине, притянулся. I don't believe it. Не верю. I'm alive. Не может быть, что я выжил. David gets in the car. Дэвид заходится в машину. We start heading down the highway. Мы начинаем выезжать как highway. David starts laughing. Дэвид начинает хохотать. And what? Ну что? Езжай. After halfway home, I said. Да, полдороги домой. What are you laughing about? Чего ржешь? He says, you know, man. Знаешь, мужик? Didn't know. А я не знал, что кто-то может идти на главной улице против часовой стрелки. И выжить. Он говорит, нет, я еще дураков не видел, чтобы ходить против часовой стрелки. Все ходят по часовой. Таким образом, драться им не приходится. Я говорю, что ты сделал? Я вообще никогда не пробовал. Хотел попробовать, получится ли. Спасибо. I will remember. Я запомню. I have guns. У меня есть дома оружие. So I live, right? Я выжил, да? We go back to the jail. Мы возвращаемся к этому тюрьму. Я его отпускаю. Here he goes again. И он снова заходит, значит. And he's laughing the whole time. Он смеется по дороге. He thinks this is funny. Он думает, что было весело. So, so I should eat this. А я решил. Okay. Так, ладно. Now it's my turn. Теперь моя очередь. So I come in the next day. На следующий день я захожу. Next time I see him. На следующий день, когда мне встретиться с ним, охранник его приводит, он в кандалах и не выходит. This is our joke now. Теперь наша шутка, да? He comes in like this. Потому что он должен войти вот так. As soon as и как только те уходят, he goes, hey, он говорит, так, привет, Рэй, как жизнь? What's up, man? We're friends now, right? Теперь мы друзья, да? So I look at him and I say, я на него смотрю и говорю, Давид. Ну, Давид. Look at him. Смотри, мужик. I got something for you to do, but. У меня есть что-то, что я хотел тебе предложить. It's pretty tough, man. Ну ты не справишься. I don't think you can do it. Не, я не думаю, что у тебя получится. You probably failed, man. Ты, наверное, мужик, точно не из тех, у кого получится. No, never mind it. Да не, забудь, ладно. What, man? Что? What? Что? No, man.
This is really tough. Это тяжело, да? I don't think you can do it. Я не думаю, что у тебя получится. One of the reasons he's in jail. Одна из причин, по которой он оказался в тюрьме для несовершеннолетних, потому что он собрал по новой, по другой схеме части тела замдиректора той школы, в которую ходил. He moved stuff around. Он передвинул их, просто поменял последовательность. Нет, тут ему лучше сюда. And if there's one person in the entire city, если во всем городе был хоть один человек, that is not looking forward to seeing David again, кто не терпел без предвкушения ожидал возвращения Дэвида, it's him. Это был тот замдиректор. И условия для Дэвида заключались в том, что его выпустят досрочно, если он снова оказывается на занятиях в школе, если его принимают в школу. Но он должен пройти через согласие этого замдиректора, который гарантировал, что если есть кто-то в США, кто в его школе учиться не будет, это Давид. Я смотрю на Давида. Мужик, помнишь замдиректора в своей школе? David goes, David говорит, oh yeah, man. Да, I don't think he liked me. Я не думаю, что он мне, я ему понравился. Yeah, I don't think so either. Да, и мне тоже так не кажется. But you know what you're gonna do? А ты знаешь, что ты будешь делать, Дэвид? You're gonna learn to talk like ты научишься white говорить как белый, walk like a white, ходить как белый, wear your clothes like a white, одеваться как белый, cut your hair like a white man, стричься как белый, and talk to him like a white man. И с ним будешь общаться как белый. And he's gonna let you back in school. И он тебя назад пустит в школу. Yeah, never mind, man. Да не, мужик, ты не справишься, забудь. Okay, man, what I gotta do? Так, что нужно делать? He wants out of jail too. Он тоже хочет выйти из тюрьмы. He says, what I gotta do? Что я должен делать? I said, well, я сказал, ну? Those pants gotta go. Я говорю, с этими штанами нужно попрощаться. And that shirt? Рубашка? The hat? Нет. Gone. Кепаль? I'll bring you some clothes next time. Я тебе принесу одежду в следующий раз. Let's see how you do it. Посмотрим, как все получится. I brought him normal clothes like я приношу обычную одежду, да? He tries to put on the pants. Он пытается надеть брюки. And he's got the pants like брюки this. Довел до этих пор. Я говорю, не-не-не-не-не-не. You gotta pull him up. Наверх. And he goes, wow, man. Зачем, мужик? What do you do with you know what? Говорит, а что делать с остальным? Where does it go, man? Куда вы его деваете? I don't know how you guys do it, yeah. Я не знаю, как у вас белых это получается. Вы белые, у вас что, размеры другие? Нет, для ваших белых штанов у нас другая система. No, man, that's why our voices are so high. Я говорю, нет, вот поэтому у нас голоса выше, чем у вас. He looks at me like, он меня смотрит. He он не совсем понимает, верить мне или нет. Come on, man, let's see the pants. Я говорю, так, давай, so брюки. On the pants, он надевает брюки. Little by little, I said, no, man. Немножко говорит, нет. Pull him up, and he's поднимаем брюки, он... man, this is weird. Мужик, это странно. Yes. Да. Right, man. Входи как белый. He's got his shirt and his pants, надевает сорочку, надевает брюки, причесал ему себе волосы, стоит. And I said, okay, man. Я говорю, хорошо, давай. Walk. Пройдись. He says, what? Что? He said, walk. Пройдись. He said, what? What do you mean, man? Что значит? So let me show you. Давай тебе покажу. You ready? You're watching. Готов? Смотришь? Okay, давай. And he watches me walk. И он наблюдает за мной, как с ним я goes, иду. И он говорит, God, I can't do that. А у меня так не получится. Come on, let's see it. Я говорю, давай, давай, загрузи, давай. И он пробует. Я человек хохотать. Что? You don't look like a white man. Я говорю, ты хочешь не как белый. You look like a homosexual. David looks at me. Дэвид меня смотрит. It's funny jokes, man. Смешно. Okay, man, what's next? Ладно, что у тебя дальше? So I made him walk. Я его заставляю несколько дней подряд учиться ходить. Потом он учится.
Hello, we practice his. Мы отрабатывали его речь. Hello, Mr. Edmonds. Здравствуйте, господин Эдмонд. How are you? Как вы поживаете? I would like to be. Я хотел бы, in your school. Чтобы меня снова приняли назад в школу. Hello, Mr. Edwards, man. Enough. Again. Нет, еще раз. God damn it. Hey, Edwards. Yes. Hello, Mr. Edwards. Добрый день, мистер Эдвардс. He's going. Он. And I said, no. Я говорю, нет. See your face? Нет, лицо видишь? Давай, смотри на лицо. Посмотри в зеркало. No, what's wrong with it? Что с ним не то? He said, watch me. Я говорю, ну смотри. So, day after day. Изо дня в день, I'm да? Torturing him. Я издеваюсь над ним. Exactly the way he tortured me. Точно так же, как он надо мной издевался. So finally, he's got his speech, right? Наконец-то он выучил свою речь. Almost can't hear the gang Mexican. Практически уже не слышно мата и мексиканского акцента. Неплохо получилось. And he's got his clothes in his suit. И он в одежде, причесался нормально, все в порядке. Посмотри, мужик. It's not bad. Неплохо. Нормально. Ладно, завтра. 10 o'clock in the morning. 10 утра. I pick you up. Я тебя забираю. Get ready. Приготовься. What, man? Куда мы идем? I said, no. I'll show you tomorrow. Я покажу завтра. Come on, man, where are we going? Куда мы же, куда мы идем? No, you told me about what? Ты мне говорил про вас, Мурий? Okay, man. Ладно, 10, хорошо, 10. So I pick him up. Я его забираю. We drive straight to SoCal. Мы едем прямо в его школу. Right? He looks at the school. Он смотрит эту школу. He goes, oh, my God. Oh, my God. Mr. Edwards. Mr. Edwards? I said, yeah. Да. Oh, Jesus. Okay, man. Ладно. He said, look. Смотри. I'll try not to kill him again. Я постараюсь снова ему ничего не поломать. Дэвид. Дэвид. You gotta get in this school. Ты должен сделать так, чтобы тебя приняли в эту школу. He's the only guy that can say yes. Он единственный, кто может сказать да. She goes, okay, man. I said, I'll be close to you. Я говорю, я буду поблизости. But I'm not gonna help you. Но помогать тебе не буду. You gotta do this on your own. Это должен сделать сам. So, the kids at the school, they know him. Ребята в школе, они его знают. You know, most of them are terrified. Большинство из них до смерти его боятся. Because they know who David is. Потому что знают, кто такой Давид. So David's walking in. И Дэвид заходит. In his clothes, right? В своей одежде новой. And through the campus. Проходит and через. Kids are и ребята He's not in the office yet, and he goes. Он пока еще не в кабинете, он говорит. Yeah, what you want, man? Да что хочешь, мужик? Oh, nothing. Я вижу. No, it's okay. So he walks in the office. И тот заходит в кабинет. And the secretary, right? Там сидит секретарь за стойкой. The director's office is back a little way. Кабинет замдиректора чуть дальше. So David walks up. Дэвид заходит. And he's standing at the counter. Стоит возле стойки. And the woman walks up. Женщина подходит. And she says. И он говорит. May I help you? Чем могу быть полезным? Он говорит, I'd like to speak with я хотел бы поговорить с мистером Эдвардсом, будь вы добры. Пожалуйста, ваше имя, как вас представить? Дэвид Васквез. Дэвид Васквез. Дэвид Васквез. Дэвид Васквез! Oh my God! I'll get him. Я приведу его. And the police. И полицию. Everything's okay. Все в порядке. Everything's fine. Все хорошо. I just would like to talk. Я просто хотела поговорить с мистером Эдвардсом. Okay. So she goes into the office. Она заходит в его кабинет. His office. Его кабинет. And she says, David Vasquez is here. Дэвид Васквез здесь. And I can hear him. И я слышу его. Who? She says, David Vasquez. Она говорит, Дэвид Васквез. He says, the David Vasquez. She says, I think so. Думаю, да. But I'm not sure. Но я не уверена. Yeah.
And so, and I'm over that down in the same room. И я в той же комнате чуть поодаль. И вот его дверь. And I see a head. Я вижу голову. Дэвид, right? Yeah, David, да? And he walks up, он подходит, and he looks at David, смотрит на Дэвида, and he says, и говорит, David Vasquez? And David says, Дэвид говорит, yes, sir. Да, сэр. And he says, what the hell do you want here? Чёрт бы тебя побрал, и зачем ты здесь? Очень агрессивно. And David says, Дэвид говорит, I'd like to, finish my education продолжить here. Своё образование в этой школе. Looks, you smoot. Looks up and down. And the vice principal, white man. Замдиректора белый. Right. Looks at David and says. Смотрит на Дэвида и говорит. Why the hell should I let you? И почему я вообще должен тебя здесь держать? And gets too close. И приходит слишком близко. And where David comes from? Тот, куда Дэвид родом. Game over. Там игра окончена. Следующее, что происходит, тебе заедут пятаку. Like, я стою где-то там, где вы. Я вижу, как Дэвид делает так. And и перестает дышать. And I know, и я понимаю. Мистер Эдвардс is in trouble. Мистер Эдвардс this idiot learned the first time? Неужели этот идиот первый раз не научился? Та же ошибка, которую он сделал в предыдущий раз. И после этого урока был в больнице. Я стою здесь. Я вижу, как тело Дэвида начинает напрягаться. Я делаю так. And David's body reacts. Тело Дэвида реагирует. He looks at me. Смотрит на меня. Yes, sir. Да, сэр. It's yelling at him from this пока far тот away. Орёт на него, вот так на таком расстоянии ему, орёт ему в лицо. You don't do that in David's world. Этого в мире Дэвида никто себе позволить не может, по крайней мере, не дважды. Я думаю об этом придурке белом. I'm looking at David. Смотрю на Дэвида. David is managing his state life. He needs a little help. And he steps back a little bit. And he looked at him and he said, yes, sir. I would really like to finish my education. I know that I made lots of terrible mistakes. Допустил большое количество ошибок. Я очень хотел бы воспользоваться возможностью и показать вам, что я могу жить по-другому. Замдиректор смотрит и подписывает разрешение. And David standing there. David stays. And he knows that means he gets out of jail. И он знает, это означает прощай тюрьма. Mexican or not? Мексиканец ты или нет? He was happy to get out of jail. Он все равно был доволен не быть в тюрьме. He steps back a little bit. Он делает шаг назад. And he starts to become himself. И начинает снова становиться собой. And the vice principal still looking at him. Замдиректор прежнему него смотрит. И я делаю так. And David goes. Не делай так. Sir, thank you very much. I very much appreciate it. Yeah, and turned around, looked at me. With a улыбка вот до сих пор. And looks at me. Смотрит на меня. And we walk out the door. Мы выходим за дверь. We get two steps out the door. Два шага за дверь. He looks around. He goes. Он оглядывается. Hijo la madre, muchacho. He went back to school. Он снова восстановился в школе. And as of about 8 months, и по крайней мере на протяжении 8 месяцев у него очень хорошо сложилось. I consider him one of the best teachers I've ever had. Я считаю его одним из своих лучших учителей. He taught me a great deal. Этот парень научил меня очень много. And from that day forward, с того самого дня, whenever I deal with gang, каждый раз, когда я смотрю на подростков из банды, Mexican or otherwise, мексиканцы или мексиканцы, которые когда-то меня пугали до смерти, I'm not scared of them. Я их не боюсь. I probably should be. Возможно, я иногда стоило бы побаиваться. Но я их не боюсь. And so far,
that level of calmness, по крайней мере, вот с тех пор подобный уровень спокойствия. My calmness, мое спокойствие, when I'm with those kids, когда я взаимодействую с этими подростками, in most cases, в большинстве случаев, turns the whole interaction to my favor. Так или иначе переворачивает любые намерения во благо мне. I'm not afraid of them. Я их не боюсь. And they know it. They feel и они об этом знают, они это and, чувствуют. And I've stepped in between two kids, и становился я между двумя подростками очень часто, that are ready to tear each которые готовы были друг дружку на запчасти разорвать. And had them stop and и получалось сделать так, чтобы они остановились, смотрели на меня и понимали, что мне не безразличен ни один, ни второй. И, как правило, подхожу к кому-то, and I put my arm around one, начинаю обнимать другого, and I look at the other, смотрю на and I say, guys, и говорю, ребята, your life is more important. Ваша жизнь более значима. And you know I'm right. И вы знаете, я прав. Walk away. Разойдитесь. And I haven't had any of them yet. Damage me or each по крайней мере, до сегодняшнего дня не было ситуации, когда они после этого пытались так или иначе проявлять агрессию ко мне или друг дружке. What an incredible gift. Какой бесподобный дар, David has given me. Который смог мне передать Давид. Понимаете, да? Make sense? Понятно? Okay. Now, what I want you to do, теперь, что я хочу, чтобы вы сделали? I want you to tell me, я хочу, чтобы вы ответили на вопрос мне. What was in there? What's going on in there? Что было там? Что там происходило? Не сию секунду ответили, а подумали. Филипп, попробуй. Sure. Кратко. Понравилось хорошее изложение метафора на обучение по классификации Эриксона. А во-вторых, за 4 года, которые прошли с предыдущей версии, Дэвид даже потерял кнопку, которую отключает болевые рецепторы. Ну, то, что я услышал, 5 или 6 основных пресуппозиций со способами, как научиться, в каких ситуациях можно было применять. Ну, некоторые самые очевидные. Результат в голове клиента, вы отвечаете за результат. Уважение. Яркий пример моделирования, да, подстройки и ведения человека под его ценности, под его убеждения, подгоняли его престиж, а вы знали, что он человек власти, поэтому подстроились под это. И моделирование мало. Супер, good for you. Первое, увидел лестницу обучения, от уровня окружения, штаны. Потихоньку-потихоньку на поведение, потихоньку-потихоньку на способности, убеждения, ценности. И второе, что для меня было важно, заметил, если пресуппозиция, что если видишь что-то, что пока находится за пределами своих границ, туда. Это основное. Scared me to death. Я боялся кризиса. That's why I knew I had to do it. Вот поэтому я знал, что нужно туда идти. Make sense? Sure. Yes. Четко и корректное состояние, когда вы сказали, вот, уже критическая ситуация, думаю, сейчас он сорвется и все. И вы ему сказали, я буду с тобой, но он не будет помогать. И вы как бы голосом ему сказали, я здесь. И у него сразу всплыло это состояние, что ему надо попасть в эту школу и выйти. Супер. Если мы готовы увидеть, что находится перед нами, если мы готовы это оценить, если мы готовы у этого человека научиться, то он даст нам волшебное знание, он позволит научиться у нас. Сложилось очень хорошее ощущение внутри, что умение управлять своим состоянием и тренировкам позволит преодолеть любые трудности. Супер. Все, что демонстрирует человек, это навык. И есть контекст, в котором находятся навыки зажигательские. Навыки, которые мы должны были ценить, когда мы подавались. Абсолютно.
He gave me freedom in a world дал мне свободу в том мире, that I couldn't have life. В котором я не мог вообще находиться. Peter? Так, то, что я просто процесс в структуре. Очень пара разрушения на внутреннее состояние, которое прошло несколько раз, что внутреннее состояние очень важно для, соответственно, нас, для развития. Дальше используют предпозицию, что все, что есть, все, что нам необходимо, у нас есть внутри, только это нужно найти. Очень понравилось, как было, так можно сказать, обыграно правило 50 на 50, что прежде чем чему-то учить, надо показать, что сам это умеешь делать, что справился с ситуацией, можно уже пойти дальше. И что в данном случае у клиента были найдены такие комплексные варианты, что для него важно было победить, важно было быть сильным, и на этом было построено, что тебе слабо это сделать. Для меня это было великолепным примером работы по всем уровням. От окружения до идентичности, по дыханию, движениям, культуре, по всему. Да, и, ну не знаю, если у меня получилось хорошо запомнить, я, наверное, его крабу. Метафору тоже буду рассказывать, ссылая, что я рассказал проект на своих проектах. Рассказывая о том, каким образом, да, каким образом грамотно построенная работа позволяет повести человека за те границы, которые он сам себе поставил как ограничения, через которые он никогда не может пройти. Выйти за то, куда ты никогда не представлял, как можно выйти. Спасибо. В самой серединке еще был момент, где было внушение, что для того, чтобы с кем-то успешно взаимодействовать, нужно на человека смотреть. То есть все, что мы хотим о человеке знать, для того, чтобы с ним можно успешно взаимодействовать. Находится перед нами. Кроме того, что все уже сказали, стратегия обучения, которую, когда он учил вас сначала по шагам, вы использовали затем для того, чтобы научить его теми же самыми. He showed me how to teach him. Он мне показал, как его нужно обучать. Каждый шаг. Я услышал, что сам директор такой белый, он не хотел учиться, и он in trouble. In a big trouble. Я добавлю только то, что самые сложные задания проходятся легко, если вы не знаете о том, что они сложные. И ну да, еще пресуппозиция о том, что вас как это? Сейчас я вспомню. Нет, по поводу коммуникации. Коммуникация. Да, суть коммуникации в той реакции, которую она вызывает. А встречный вопрос, а если бы ты знал, что тебе придется идти против, My thought now is no. На сегодняшний день у меня мысль заключает нет. But I'm not sure. Но я не знаю. Maybe. If it had been 6 years later, если бы это было на 6 лет позже, I'd have done it for sure. Я бы однозначно это сделал. But this was before I was. Но это было до того, как я была уверена. And not after. Не после. After I would have probably done it much easier. После я бы сделала это гораздо легче. But I don't know. I think not. Мне кажется, что все-таки не было. But I hope I would. Я надеюсь, что я сделала. И тогда для тропов, мне кажется, что здесь есть еще одна очень мысль, которая меня натолкнула. Множество знаний создает ограничения, множество ограничений. Множество ограничений. Мне кажется, позитивное чтение мысли. Если бы ты знал, что тебе придется встретиться с этими препятствиями, то бы ты не сделал. Maybe. Может быть. I can't go there again. Не могу снова оказаться там. How I was then. I hope I would have said not tonight. Надеюсь, я сказал вперед. But I don't think so. Mm-hmm. Dave?
Anybody else? Очень понравился простой и красивый способ встраивать модель мета-части, которая контролировала состояние и переключала их. Вот как способ вообще работы с состояниями и тренером в том числе. Так, стоп, подожди, делаю. That there were several times during that experience when I said, when I said to the meta part, I don't know how you're doing, what you're doing, but I'm really glad you're here. I talked to it several times. Get your work done, big boy. I remember that. Мне очень понравился вот этот пример с точки зрения привязки к тому, что происходило в начале этого дня. И интеграция одной метафоры в другую и как бы аккумуляция всего полученного опыта, который был встроен предыдущими метафорами, в том числе вот про эту мета-часть. Мета-часть была уже упоминалась уже даже в совсем другом контексте. И там был задан вопрос, что мета-часть помогает вам менять и контролировать состояние. Здесь получилась демонстрация, что состояние можно не только контролировать, но можно управлять. There are things that have been asked. How you do things in a group. How you instill beliefs, how you instill strategies. And what I know is that this particular situation with David is an excellent example of that. And that's what you're talking about. Very nice. Yes, ma'am. Это то, что когда был брошен вызов, когда его привели, что ваша реакция была, это был интерес. И сила не сообщения. Я тогда знал достаточно, что тогда, когда они привели Дэвида, мне пришлось очень быстро принимать для себя решение. Либо сбежать, что тоже было одной из альтернатив. Get interested and excited fast. Или очень быстро зажечь себе интерес и чувство предвкушения. Okay. And happily I chose interested. К счастью, я выбрал состояние интерес. Because there was no middle for me. Потому что для меня середины нет. In that situation. В той конкретной ситуации середины не было. My past, the anchor I felt. Учитывая прошлое, учитывая этот якорь, который я уже ощущал, страх, который я чувствовал. There was no middle. Середины там уже не было. There was no logical. Там не было уже way to do this. Логического способа в этой ситуации. Я должен был выбирать между двумя очень сложными реалиями. And I'm so happy I was smart enough. Я очень рад тому, что мне хватило ума выбрать правильно. Because I just started to spark. Потому что я попросту начал уже искриться и начал чувствовать, Боже, ну посмотри на то, что перед тобой. So much I don't understand. Есть такое количество вещей, которых я просто не знаю. Ух ты. And I remember that feeling. Yes, and I think that David sensed. И мне кажется, что где-то Дэвид также воспринял. Incredible amount of curiosity. Колоссальное любопытство. And respect. И уважение. Respect for him. Уважение по отношению к нему. I felt it. Я ведь все это чувствовал. I knew his record. Я знал его прошлое, послужной список. And he was the one. This might sound nuts too. Может звучать тоже как сумасшествие, но. I was looking at the person I wanted to be. Я смотрел на человека, которым хотел бы быть. For 20 years. Лет 20. Every time I got beat up. Каждый раз, когда на меня нападали в детстве. Every time I ran scared. Каждый раз, когда я убегал от них, боясь. I always wanted to be. Я всегда хотел the kid that turned around быть and тем, said, кто повернулся и говорил. Said, let's go. Вперед. And was ready for that situation. И был готов к подобного рода ситуации. I never did. Я никогда этого не шел. Я убегал. And I always hated myself for that. И всегда начинал ненавидеть себя из-за того, что реагировал именно так. Most of the times it would have been totally в большинстве случаев это был бы абсолютнейший абсурд. To turn and fight. Развернуться и вступать с ними в драку. There was four of them, six of them. Их было четверо, шесть человек, у них были цепи, у них были доски. They would have put me in the hospital. Они бы меня в больницу уложили, если бы не прибили. But я всегда ненавидел свою реакцию из-за того, что я делал выбор убежать от этого. Вот некоторые из вас поймут, о чем я. Сознательно я понимал, что логически это то, что должно быть сделано. Но где-то внутри я просто чувствовал себя ужасно. Кто понимает, о чем я говорю?
just felt terrible. And here he was. И вот он, передо мной. Whoa. Not just a tough guy. Не просто the tough guy. Не просто крепкий парень, а тот самый. You know, and there he is. И вот он. So, and I wanted to know. I wanted to understand. Я хотел понять вот то. And you finally get to meet the person you want to be. Когда вы наконец-то знакомитесь с человеком, которым хотели когда-то быть. And you're thrilled and terrified. Вы в восторге и перепуганы одновременно. At the same time, you got to make a choice. А нужно принять решение, нужно сделать выбор. Which one are you going to do here? Который из двух? When we had the opportunity, we preferred to give people experiences. Когда мы, когда у нас была возможность, мы предпочитали проводить людей через определенный опыт. You might have read or heard about some of the infamous Christmas parties that the NLP people had. Может быть, вы наслышаны или где-то читали о тех не лучшим образом прославившихся историях празднования Рождества, которые устраивали НЛПеры. Anybody? Кто-то помнит? Вечеринки рождественские. When we have the second generation group at NLP. Когда у нас появилась вторая группа, второе поколение НЛПеров. We've been together a long time. Мы уже пробыли вместе долгое время. And we knew each other extremely well. Мы знаем друг друга очень хорошо. So John Richard and I got together before Christmas. Джон Ричард и я встретились перед Рождеством. And we decided to have a special Christmas party. И решили устроить особое празднование. And what our goal, what we decided to do, was to give everybody a present. Что мы решили сделать? Отдать каждому подарок. And the present was an experience. Подарком являлось определенное переживание. And the experience was the experience that was most needed by them to break the most powerful or most difficult limits that they had. В качестве выбора определялось то переживание, которое было наиболее необходимым человеку для того, чтобы поломать самые сильные ограничения. And it was incredibly effective. И процесс был потрясающе эффективным. Milton did the same thing often. Милтон часто делал точно то же самое. Sometimes he extended them out some. Иногда он их слегка это увеличивал, растягивал, но тем не менее. People learned best from their own experience. Милтон верил в то, что лучше всего человек учится на собственном опыте. Или проходя через определенные переживания, иными словами. Я не знаю, какое количество рассказов Милтона вы слышали, но absolutely wonderful, simple things. Он делал совершенно замечательные, элементарные вещи. A woman was terrified to go in public places. Женщина боялась до смерти ходить в публичные какие-то места. She couldn't do it. До смерти боялась. So he arranged to have dinner with her. Он договорился о том, чтобы с ней поужинать. And told her they were going to go to a really fancy restaurant. Сказал ей, что они собирались идти в высококлассный ресторан. And she'd never been able to enter. И она не могла зайти в такое помещение, не теряя сознание. So they met outside. Они встретились на улице. Okay, and when they walked up the stairs and got really close to the door. И когда они начали подниматься по лестнице, подошли ближе к дверям. Milton goes. Milton сделал так. And fell in. И упал в здание. Упал в помещение. Девушка, вбегая, наклоняется к нему. Все, все в порядке, у тебя все в порядке. Он открывает глаза, смотрит на нее. И говорит, ты зашла. Она была внутри. Раньше она это никогда не получалось. Просто совершенно замечательные вещи. Просто поломать ограничения. И потом вообще чудный. А у нее были ожидания катастрофы. По поводу тех страшных вещей, которые могут произойти. С ней. Они заходят. Она уже внутри. Боится. It's a restaurant with a stage. Ресторан, где есть сцена. And very important people. И очень важные люди. Have tables up on the edge. Им предоставляются столики по обеим сторонам от сцены. Kind of up in front of everybody. Там, как бы на виду всех. And the stage is in the middle for the show. Сцена посередине, да, выступление. Все остальные столики на следующих уровнях ниже. So Milton gets the table. Милтон заказывает the VIP table. Столик VIP.
Right? So they're right in front of everybody. И они прямо на глазах у всех. And so he takes the tablecloth. Он берет скатерть. And he ties it in his belt. Привязывает к ремню. And he says to the girl, he says. И говорит девушке. Excuse me for a moment. Извини, я сейчас вернусь, мне нужно. He gets up and walks away. Поднимается и уходит. And drags the entire. И протягивает все за собой. Со стола. Says, oh, excuse me. Ой, извините. Trips over all the stuff, falls on the table. На стол. Turns the table over. Переворачивает стол. He's laying underneath the table. Лежит под столом. With the food splattered all over the stage. Еда повсюду. And she's helping him. Она пытается ему помочь. And he continued to do stuff. И он продолжал делать подобные вещи. Несколько. То проливал что-то на нее, yeah. То что-то ронял. By the time they finally left. В тот момент, когда они наконец-то вышли. She's looking at him like he's insane. Она на него смотрит, как будто он просто умалишенный человек. And he looked at her and he said. А он ее посмотрел и сказал. Теперь. I think pretty much everything that you were ever worried about. Мне кажется, все, о чем ты когда-либо могла представить, подумать, как о чем-то страшном или ужасном. Наверное, с тобой уже произошло. Am I right? Я прав? Yes. No. He said, so did you live? Выжила? She said, yes. Да. He said, so? Ну? Everything else is easier. Все остальное будет гораздо легче. You're welcome. Пожалуйста. Да. Закончили. There's a guy who's a very nice man. Есть человек, который замечательный человек. Except every once in a while. И за исключением того, что периодически. He gets nuts. Он у него, значит, это крыша едет. Tears up his home. Он берет, разрушает свой дом полностью. Right. Breaks all the furniture. Ломает всю мебель на мелкие запчасти. And it's just crazy for. Просто сумасшедший. Four or five hours. На 4 часа на 5. So they lock him up in a nut house. Они его закрывают в заведение для душевной болезни. Да? Милтон узнает об этом. Он Милтон выступает в качестве консультанта для этого человека с нарушениями. Подходит к человеку и говорит. You know, do you know before this happens that it's going to happen? Прежде чем это происходит, вы знаете о том, что оно вот произойдет? You know, do you have any feeling? У вас есть какое-то чувство? And the guy says, yeah, I think so. Да, думаю, да. I can't stop it. Но я не в состоянии остановить даже то, что чувствую. You know? Говорит, за какой срок ты узнаешь? Really, only 10-15 seconds. Секунд только за 10-15, может быть 30. Я начинаю чувствовать, как что-то происходит внутри меня. А потом понимаю, боже мой, но вот сейчас оно произойдет, но я не знаю, что к этому приводит, я не знаю, откуда оно. Хорошо, вот ты в своей спальне. Спальня, обитая. Кровать привинчена к полу. Ничего нет, чтобы отделялось. И у тебя есть кнопка вызова. Okay. The next time you feel this come on, в следующий раз, когда ты чувствуешь, как оно сейчас наступит, can you push the call button? Можешь ли ты нажать на кнопку? Говорит, конечно. So, Milton goes and makes arrangements. Милтон заходит, договаривается. With four of the biggest, с четверкой самых крупных ассистентов в той клинике, которых он только смог найти. Заведения для душевных больниц специально работают подобранные, специально обученные люди в качестве персонала. В случае, если у кого-то будут проблемы с самоконтролем. Соответственно, он берет четверку из таких товарищей, которые в состоянии справиться с динозавром. В одиночку, голыми руками. Милтон договаривается с четверкой этих санитаров. Они не всегда дежурили, но, по крайней мере, двое из четверых всегда дежурили. Приблизительно через неделю. И вот сигнал. Трое из них дежурят. И Милтон. Трое вламываются к нему в палату, выбрасывают его с кровати, падают на пол, раздирают все, что на кровати, поднимают матрас, срывают решетки с окон, раздирают на части матрас и запихивают сквозь решетки матрас. После этого берут кровать, начинают расшатывать, ломают ее и начинают бить по полу кровати. Срывают обивку со стен. И все это время этот парень сидит посреди своей палаты, орет на них со всех сил, что чокнутые! Какого черта? Стоп! Стоп! Они рот закрывают! Они одежду с него сдирают!
сразу как-то... Там не осталось ничего в этой палате, ничего. За исключением голова пациента, сидящего на полу, орущего на этих идиотов, чтобы они прекратили. Все они закончили, посмотрели на него, сказали... И с этим все! И все четверо вышли. Трое Милтона. Через 8 месяцев парня выпускают. Больше приступов не было. После этого... Вы понимаете, что они сказали? That's it! It's done! И с этим все закончено! Yes, it's done now! Да, да, закончено! Так выйдите отсюда! Хорошо! You see what those people did? Вы видели, что эти люди сделали? They are crazy! Они чокнутые! Yeah, beautiful. Красиво, да? Give people experience. Проведите людей через определенный жизненный опыт. Если можете себе это позволить, лучше всего человек извлекает уроки из того, что прожил. Если вы в состоянии создать что-то особое... Ой, нет, ребят, тут, наверное, камеру придется выключить. А, у нас была вечеринка на Рождество. Вот эти сумасшедшие НЛП-ры. И один из членов НЛП сообщества любил медитировать. Он надеялся, что однажды наступит тот самый день, когда он наконец-то установит эту связь с энергиями жизни. Ну и так далее, да? И он в группе. Не очень часто, но попадается. А они допустили ошибку впустить его на эту вечеринку. Я имею в виду, а у него была прекрасная возможность попасть. Ричард, Джон и я, он нам очень нравился. So we designed a Christmas event for him. Мы решили устроить для него особое в жизни Рождество. So, and he's real esoteric. Он очень был эзотеричная личность была такая. He's a cosmic guy. Парень такой с космосом на ты. Мы пытались хотя бы несколько секунд перевести его в уровень прагматики. So we decided to give him an experience. Мы решили провести его через особое переживание. So Richard takes. В очередь Ричард его отводит в отдельную комнату, говорит ему, что он должен раздеться до гола. Большой белый халат на него одевает. Религиозные одежды. Босым выводит его оттуда. И там 12 или 15 человек перед ним подвозит. И все они полукругом сидят. И тот в своих одеждах. Ричард ему говорит. Джон с одной стороны, я позади, Ричард справа. Мы начинаем по очереди говорить такие вещи, как время наступило. Этот час здесь и сейчас. Вселенная пришла в согласие. Этот самый момент наступил. Момент высочайшего воссоединения. Воссоединение с... Мы ему говорим, и все это время, пока мы говорим, мы хотим, чтобы ты сфокусировался, чтобы ты полностью сконцентрировался на своих внутренних переживаниях. Мы хотим, чтобы ты приготовил себя. И мы общаемся. После этого мы завязываем ему глаза повязкой. И Ричард ему говорит, бери меня об руку. Я отведу тебя в тот самый путь к цели всей твоей жизни. Следуй за мной. И полностью войди в это переживание. Все мы делаем так? Угу. Понял. Ричард выходит из здания. Помните, он тот босый.
по дорожке от гаража с острой галькой, вот такого размера, тот босиком идет по гальке. И тот И тот заходит в лес. В лесу очень много деревьев. У деревьев иногда ветки почему-то расположены достаточно низко, буквально на уровне лица. Ричард обходит. И в этот момент парень пытается установить связь с космосом, но почему-то села батарейка. Вверх, вниз. Через болото, через грязь. Наконец-то он возвращается. Все мы готовы. И на улице мы сели полукругом. 12-15 из нас, все мы сидим в позиции лотоса. И мы привели этого человека, который с космосом на «ты», и он присаживается во главе этого полукруга. Там иголки в нем уже застряли, здесь ветки, грязь на лице, все болотом вымазано, в своих одеждах садится. Я с одной стороны. Ричард с другой. У него по-прежнему завязаны глаза. И все, кто держали свечи, говорят, 15 человек. И он. И мы говорим, момент уже настолько близок, буквально в секундах. Джон входит с колоссального размера пушистым тортом, кремовый пушистый торт. У меня колоссальный пирог. И Ричард стоит за ним, и Ричард говорит, и этот момент сейчас снимает повязку с лица, смотрит на всех этих людей и с обеих сторон. Его уже не видно. Он слился с тортом. И вот этот вот торт на ногах, да, это все торт поверх грязного халата. И ни звука. Ни один из участвующих понятия не имел, до чего мы его доведем. И все абсолютно тихо сидят, ни единого звука. И он так сидит, абсолютно неподвижно. После долгой паузы. Помните, мы лица его не видим, мы ничего не видим. Он одну руку протягивает. Вот этот пирог. Делает так. Вы видите его рот. Он делает так. Очень вкусно. Все начинают аплодировать, все воодушевляют его. Наконец-то мы слегка научили его, как быть с космосом на «ты». И самая замечательная часть всего этого происшествия, ни одному из нас больше не нужно было слышать его придурочные речи по поводу, как быть с космосом на «ты». Он снова стал человеком. И каждый раз, когда он снова начинал произносить слово «космос», мы просто делали так. И он начинал смеяться. Может звучит как ужасный поступок, но если бы вы этого человека знали, вы бы сделали так. Наконец-то. Кто-то закрыл рот этому персонажу.
и сказал ему правду. Потому что для него это было бесконечно, рот не закрывался с утра до ночи. Невозможно было переступить через эти разговоры. Все, что вы делали, он говорил, let me commune with you. Да, я с тобой союз одно. The girls were sick with his communion. Девочек уже тошнило от его сливания в единое целое с ними. Потому что тяжело было определить, какое именно сливание он предпочитает. И, соответственно, после этого он стал достаточно интересным человеком. Непосредственный жизненный опыт, прямое переживание. Вам не обязательно уходить в такой радикальный способ. Это было одно из самых щадящих проявлений для данного конкретного персонажа. На самом деле, о той рождественской вечеринке написана книга. Вот этим парнем. Он сам ее написал. Он о Ричарде, Джонни и Фрэнке мог бы высказаться совершенно по-новому. Но он очень успешный, он достаточно знаменит. И на все, что может быть с космосом на «ты» совсем не обязательно делать это каждый день. Может быть, периодически можно и отдыхать от этого. Я предпочитаю, я обожаю это делать. I love to teach like that. Обожаю учить вот так. We do that a lot at the programs. Мы очень часто делаем это в реабилитационных центрах, в программах наших. With much more positive kinds of experience. С гораздо более позитивно ориентированными переживаниями. Кто-то боится о чем-то рассказать, или кто-то боится что-то выполнить. Я часто говорю, хорошо? Кто из сидящих готов помочь Павлу? 7-8 человек держат руку.